Установка и строительство еще одного объекта также было приурочено к Дню защиты детей. Современный развивающий безопасный уличный комплекс полностью готов. Вблизи домов АБВГДИКи на улице Елизаревых и 50 лет Октября реализована очередная инициатива депутатов городской думы от Ирбитского молочного завода. Удалось площадку детскую запустить. Она готова сегодня уже к использованию. Собрана, установлена и ждет своих ребятишек. Игровой комплекс рассчитан на детей в возрасте от 7 до 14 лет. Горки, лесенка, лазательная сетка, альпийская горка для скалолазания малышей. Эти конструкции входят в комплекс, а также столик и скамейки. Для полного счастья малышей площадка укомплектована небольшой качелькой. Уместный подарок 1 июня как для детей, так и для их родителей. Я хочу поздравить с Днем защиты детей, всех детей и их родителей. Детям пожелать беззаботного, доброго детства как можно дольше, чтобы каждый день детей был интересен, насыщен, а родителям пожелать, чтобы они были терпеливыми, заботливыми, чтобы любили своих детей. Территория, прилегающая к игровой площадке, также будет благоустроена силами Ирбитского молочного завода в ближайшее время. Лариса Воложанина, Евгений Присяжнюк, Владислав Бурулев, НТС Ирбит.